А тим часом у нашій столичній клініці на консультацію Людмили прямує жінка з неймовірною історією. Здравствуйте. Присаживайтесь. Меня зовут Людмила, а вас? Юля. Очень приятно. Юлечка, что за проблема вас привела к нам? После родов я решила посмотреть на свой пупок. Как бы он у меня перерастянулся. А до этого вы его не видели, что ли? Я не обращала внимания. Я решила пирсинг свой одеть опять, как бы обратно. Угу. Мужу нравилось. Для него прокалывало. И что вам не понравилось? Получается, у меня эта сережка, она лежала сверху, как бы на пупке. Ну, я хотела просто косметически немножко его углубить, как бы. Вы решили обратиться к кому? К хирургу. К пластическому хирургу или просто к хирургу? Просто к хирургу. Вы сделали операцию. Да. Когда я очнулась после наркоза, пупка как такового вообще не осталось. То есть его натянули, только рисунок от него остался. И над этим всем рубец в палец толщиной сшитый, все. Прошло какое-то время, может, месяц-два там. Подождите, вы остались недовольны сразу? Да. Вы подошли к хирургу и спросили, что это? Я просила другое. Я как-то стеснялась, очень обижена очень была. Собрала вещи и домой убежала. Интересная реакция. После этого ваши действия? Стала искать другого врача. То есть вы решили пойти в другую клинику? Угу. Что сказали вам в другой клинике? Положили на операцию. После операции я очнулась. У меня вырезан пупок, этот рисунок, который оставался от него. И наложено просто из кожи латка в диаметре, может, сантиметров 5. Сколько? Около 5 сантиметров. Пупок 5 сантиметров? Да, и на вопрос, зачем мне такого размера, так, врач сказал, он сам стянется и будет маленький. Сколько операций на сегодняшний день вы уже перенесли по поводу пупка? 7. 7 операций? Да. Говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. У вас получилось совершенно наоборот. Да. Мне уже хочется посмотреть на ваш пупок. Вы готовы показать? Угу. Покажите мне, что у вас было. У меня было все подтянутое, как бы аккуратно маленькая дырочка была, только не сильно глубокий пупок был. Вот это вот было? Да. Скажите, а вот вам в голову не приходило после родов сперва попытаться поставить это все на место простыми физическими упражнениями? Понятно. Спасибо. Через сколько после родов была вот первая операция? Где-то через полгода. У вас был крупный ребенок? У меня двойня, мальчик и девочка. У вас двойня была. Вообще, вы знаете, женщина даже с одним ребенком первый год после родов – это такой достаточно сложный период не только в физическом плане, но и в эмоциональном, который иногда может сопровождаться даже депрессивными состояниями. Вы не подумали тогда вот с психологом поговорить? Я не люблю жаловаться, как бы все в себе держу. А вообще ваше эмоциональное состояние изменилось после родов? Просто уставшая была. Ну конечно, все. Двое маленьких детей. Супруг помогал вам? Нет. Он не участвует в этом. Ай, не спеши. После народження дітей життя Юлі кардинально змінилося. Мы просыпаемся мы в 7 утра, завтракаем, собираемся на прогулку. Ну, между всем этим нужно успеть приготовить там обед. Опять нужно выгулять их куда-нибудь, вывезти. Так целый день. Кухня и дети. Так у нас всегда. З татом діти майже не бачаться, адже він постійно зайнятий.
Он работает. Ну, да, много. Зарабатывает деньги. Еще можно сказать, мы зачнем, а он не пришел, потом утро пришел. Юлі теж бракує коханого чоловіка. Особливо самотньо їй було після пологів. Тож вона шукала будь-який спосіб привернути увагу. Хотіла нравитися мужу. Поэтому одела пірсинг. Поэтому коректувала свій пупок під этот пірсинг. Проте такого бажаного результату сім операцій так і не принесли. И средства потраченные впустую, и время потраченное впустую, и здоровье. Ну, я вижу, что и сейчас вы не можете успокоиться по этому поводу, подбородок дрожит. То есть фактически сейчас вырисовалась четкая претензия к себе. Угу. Зачем я все это сделала? Да. Вы знаете, я 24 года работаю с женщинами и видела уже многое разного, потому что женщина – это особая субстанция. Есть такие, у которых все хорошо. Она ищет себе проблемы. Что самое грустное – находит. Безусловно, мы проконсультируемся с пластическими хирургами. Но вы понимаете, что после 7-й операции крайне сложно вернуть все в первоначальное девственное состояние. Я хочу хотя бы просто сгладить эти все шрамы, пусть даже без пупка. Но... Посмотрим, чем мы сможем вам помочь. Спасибо. Удачи вам. До свидания. До свидания. Чи доведеться Юлі пережити ще й 8-му операцію, ви побачите далі у програмі. А поки зрозуміло одне – почуття самотності може мати надсерйозні наслідки. Аби дізнатися, чи зможе вона мати пупок своєї мрії, жінка прямує на консультацію до пластичного хірурга. Я перенесла кілька операцій по поводу встановлення пупка. І прийшла к вам на консультацію, як би показати, чим я осталась. У вас грижа була, чи що? Нет, я просто хотела его немножко... Оттюнинговать? Да. Ну что, давайте посмотрим, раздевайтесь. Давайте. Ложечка. Так, ну что, тут много сильнорубцовых тканей. Жировая клетчатка как таковая отсутствует. Для того, чтобы получить хорошую дырочку глубокую, не хватает жирка. Вот. Если сильно убирать эту рубцовую ткань, чтобы стянуть, получается эффект... куриной попки. Угу. Не скажешь, что это вам понравится в конечном итоге. Ну, вставайте. Смотрите, у вас сейчас три варианта. То есть делать опять операцию, делать шлифовку, делать эту. Татуировки на рубцы ложатся не так, как ложатся на кожу. Краска может выглядеть более блеклой или, наоборот, более контрастной по отношению к коже. Это может получиться как хороший эффект, то есть, а можно получить обратный эффект. То есть будет еще больше заметно. Шлифовка просто выровняет рубцы. Выровняет по отношению к поверхности кожи, не будет вот таких неровностей гофры. Плюс сделать более размытыми контуры у рубцов. Но дефект, отсутствие пупка, как бы он остается. И третий вариант – это вы делаете пластику. И смотрим, получилось, не получилось. Все равно будет заметно, что это не классический пупок. То есть это будет, да, какая-то определенная форма, которая сложенная. Вот. И от того, как в этом месте будет срастаться кожа, вот, будет зависеть конечный результат. Потому что для того, чтобы получить его, кожи у вас достаточно, но ее нужно сложить в несколько слоев, чтобы она друг к дружке приросла. Вот я кожу должен свернуть вот из этого положения в такое положение. И она вот так вот должна срастись. И плюс еще ее нужно вот так вот завернуть. Истонченная, поврежденная рубцами кожа, она не всегда хорошо заживает. То есть может быть некроз. То есть здесь рисков достаточно много. Готовы вы рисковать? Это зависит только от вас.
Если пластика опять не очень хорошо получается, можно опять делать лазерную шлифовку, да, его немножко корректировать. И опять возвращаться к вот этой троице. То есть делать опять операцию, делать шлифовку, делать эту. Да пиздец. Хорошо, спасибо вам большое за консультацию. Мне нужно подумать и определиться. Подумайте, определитесь, есть ли все за и против. Я думаю, в идеале было бы, конечно, сделать пластическую операцию. Более удачную, скажем, чем это, что есть у меня. Ну, или крайний случай татуировка уже. Что в итоге получится, неизвестно. Вот это пугает. З яких з варіантів обере для себе Юля, ви побачите далі у програмі. Все-таки решила рискнуть и попробовать сделать татуировку. Уже как бы настроилась на это, уже я это вижу на себе, и как бы уже не терпится поскорее сделать и увидеть. Тож Юля прямує на сеанс тату. Здравствуйте. Добрый день. У меня остались послеоперационные шрамы, которые я хотела бы скрыть с помощью татуировки. Давайте посмотрим. Я себе выбрала татуировку. Здесь получается много деталей, они скроют очень хорошо, видно практически не будет. Ну, возможно, все реально. Можно хвостик пустить вот так дальше. Одним тату Юля вирішила перекрити одразу усі шрами. На щастя, вони пласкі та світлі. На них можна наносити тату. Також тату можна робити на атрофічних рубцях, таких, які залишаються після вітрянки. Не варто перекривати татуюванням гіпертрофічні, бо вони добре всмоктують пігмент. І категорично не можна робити тату на келоїдних рубцях, які можуть збільшуватися через травматизацію. Не гаючи часу, майстер береться до роботи. Спочатку він переносить на тіло ескіз за допомогою антисептичного розчину та спеціального трансферного паперу. Можна ставати до основного етапу. Готово? Можна спробувати. Головне правило – працює майстер лише стерильними інструментами. Це профілактика інфекцій, які передаються з кров'ю. Нормально. За 3 години роботу завершено. Ну, все. Можемо посмотрети. Чи вдалося Юлі замаскувати шрами та повернути впевненість в собі, дізнаємося за мить. Здравствуйте, Юлечка. Присаживайтесь. Спасибо. Чем вам так не нравился ваш прежний пупок? Я сейчас уже, если честно, не сейчас могу сама сказать. Не понимаю, да? Да? Как вы думаете, могло ли это быть результатом послеродовой депрессии? На тот момент я не воспринимала, что у меня какая-то депрессия. Ну, возможно, хотелось прежний вид, да, иметь. Ну, это я сейчас понимаю, что возвращаешься к прежней форме не так быстро, как вот, хотелось. Только внутренние органы половые становятся на место. Даже не год, а можно было бы немножко больше отвести на восстановление организма. А у вас где-то через полгода я решила заниматься пупком. Сейчас я понимаю, что, возможно, вообще не нужно было вмешиваться в это все, все бы восстановилось само собой. Вам было предложено несколько вариантов решения вашей проблемы. Остановились на том, что будем делать татуировку. А что вы выбрали? Выбрала птицу Феникс. Феникс перерождается, как бы начинает новую жизнь. Думаю, сделаю тоже такую же татуировку и буду себя воспринимать по-новому. Ну, а вот ваш супруг?
как-то утром я спала, ну, как бы уже пробуждалась, и он, как бы, ну, пытался рассмотреть наколку татуировку. Сичку рассмотреть. В принципе, ему очень нравится. Он сам не ожидал, что получится такой результат, и настолько, ну, как бы, будет все хорошо. Мне уже хочется посмотреть на вашу картинку. Готовы показать? Да. Проходите. Я даже не ожидала. Сложно определить, где, в общем-то, проблемы со стороны кожи. Был рубец здесь, да. Здесь, в центре, ну и сюда вот. Вот здесь рубец был? Да. Замечательное компромиссное решение. Вы достаточно удачно скрыли проблемный участок на своем животе. Теперь уже можно не стесняться. Абсолютно. Спасибо. Что бы вы могли сказать всем остальным, которым кажется, что у них торчат уши, что у них некрасивые губы, что у них не такой пупок, как хочется? Прежде всего, нужно очень хорошо подумать, поговорить с теми же психологами, чем начинать вот так вот кардинально вмешиваться во всю эту ситуацию. Вы для себя вот сделали какие-то выводы? Нужно полюбить себя таким, какой ты есть. Я очень рада, что вы как-то нашли компромисс сама с собой и что нам удалось вам помочь. Да. Спасибо большое вам и вашей команде за то, что это так все хорошо закончилось. Будьте здоровы и счастливы. И любите себя. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. До свидания.